сейчас мы будем делать ремонт. У нас есть вот такая вот кнопка. Эта кнопка вращает лебедку. Вот она у нас уже, в общем, уставшая. Сейчас мы будем ее менять. Поэтому берем отвертку и начинаем откручивать болтики. Вот они уже, вот я их открутил. Вот. Теперь дальше снимаем эту штуку. Ой. Надо будет потом протереть. И вот эта штука выглядит вот так вот. Вот сама верхняя кнопка. Вот она уже все, уставшая. Поэтому у нас есть сменный комплект. Это вот ее внутренняя часть, там датчик стоит. А вот это то, которую мы сюда сейчас будем ставить. Вот так вот она ставится, а потом просто зажимается. В общем, так, продолжаем ремонтировать. Вот у нас есть кнопка. Нам нужно ее заизолировать изнутри, потому что здесь вот проступает влага. И мы ее чуть-чуть подтягиваем. Она сломалась. Она у нас... Пока туда вода не затекла. Это от моих ногтей на ногах. Не только ты с ногтями эту штуку нажимаешь. Вот. Намазали. Можно я нажму? Нет, вот ты можешь нажать вот сюда, вот если хочешь. Только так чуть-чуть, так. А, я имела в виду прижать эту штуку. А. В силикон ты имеешь в виду? Ну, прижми. Класс. Ага, все, отлично. Вот, одели две кнопки. А теперь вот эту вот штуку сюда ставим. Гвоздиками прикручиваем. Болтиками, болтиками, шурупами. Какая разница между гвоздями и болтами? Гвоздь не прикручивается, гвоздь забивается. Понятно. Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой. Да. Ну вот, все закручено. Поджимаем по диагонали, по диагонали, все, закрываем, проверяем, работает. Когда живешь на лодке, особенно когда живешь с семьей, нужно иметь возможность доступа на берег. Я не говорю о тех ситуациях, когда в чартер берется лодка, и на ней большое количество людей, все живут в одном и том же ритме. А я говорю о тех ситуациях, когда нужно иметь возможность добраться на берег независимо ни от кого. Поэтому я посчитал, что нам нужно иметь два тузика для того, чтобы добираться на берег. Да, можно сказать, это немножечко мажорство на лодке два тузика, но тем не менее. Тем более этот тузик у нас уже был, мы его сдали в ремонт, и вот его нам немножечко подклеили. Преимущество этого тузика является то, что обычно для спуска тузика на воду нужно либо кран, либо фалы. Этот тузик снимается достаточно просто. Вот так. Ну вот где-то так. И сегодня мы еще купили дополнительно маленький мотор под него. Мы решили купить Парсун. Это китайский бренд, который сделан на основе Yamaha. Все от Yamaha. Читал отзывы, абсолютно нормальные отзывы. Ну и как для второго запасного тузика и запасного мотора, я считаю, нормальное решение. Вот сейчас мы его будем одевать и тестировать. Сейчас мы его будем вешать на тузик. Вес мотора 16 килограмм. По всем характеристикам тузика на него можно вешать любые двигатели мощностью до 2,5 сил. Это связано с тем, что эти двигатели, они проходят по весу. То есть он весит около 2,5 силы, весит около 17 килограмм, а у нас здесь 3,5, который весит 16. Поэтому мы будем его использовать. Ну, может быть, надо будет немножечко подумать, как сделать, чтобы газовать аккуратно, чтобы не вырвало транец. Потому что тузик очень легкий. Вы видели, как я его сгружал на воду.
Это самая прикольная часть, слазить с мотором. Вот мы его вешаем сзади на транец. Прикручиваем. Вот, все готово. И сейчас я покажу более детально, как он устроен внутри. Итак, вот эти вот крышечки, вот такие вот, это проклятие мотора Yamaha. У меня был мотор Yamaha 2,5 силы. Они все время отламываются, потому что с ними нужно быть очень аккуратно. Вот то, как выглядит моторчик внутри. Ну, видно, что он все-таки не японский. Такой маленький карбюратор, который сливает вниз. Вот прямо с него дренажное отверстие есть. Вот бензобак, в котором хранится 1,5 литра бензина. Бензин уже смешан с маслом, как я уже и говорил. И сейчас мы будем эту штуку заводить и пробовать. Так, одеваем обратно крышку. Вот у нас здесь находится подача топлива. Мы его открываем. Соответственно, топливо начинает поступать в карбюратор. Заднего хода в моторе нет, но возможно его развернуть в обратную сторону. И вот он будет газовать, им можно ехать будет задом. Либо его полностью развернуть и ехать вперед. На маленьких моторах традиционно нету заднего хода, потому что он, в принципе, слишком легкий тузик. Далее мы откручиваем подачу воздуха. Соответственно, можно уже говорить о том, что сюда поступает кислород, и мотор не заглохнет. Далее вытягиваем подсос и заводим. Завелся с первого раза. Топим подсос и прогреваем. На мой взгляд, из недостатков конструкции вот это вот стопорный болт, который зажимает мотор от свободного вращения. И вот из него дренаж охлаждения сливает прямо на болт. Ну, в китайце что поделать. Так как этот тузик, он изначально предназначен для ребенка, то сейчас ребенок и будет его испытывать. Так как она опытная в заводе двигателей, она ездит на большом и заводит 10-сильную Хонду, то я думаю, что с маленьким мотором в 3,5 лошадиных силы, 3,6, у нее особых проблем не будет, у нее все получится. Единственное, что двухтактный мотор немножко другой, но я думаю, что это вопрос просто некоторого времени эксплуатации. 3,5 силы. Внимание! Тузик легкий, килограмм, наверное, 15 весит. И 3,5 силы мотор. Ю-ху! Даже без подсоса завелся. А? Говорю, завелся даже без подсоса. Сейчас тебе отдам веревку, подожди секунду. Ну все, давай, готовы. Вот так вот лодка вышла на глиссер. 3,6 лошадиных силы. Отлично. Я не думал, что лодка с мягким дном может вообще выйти на какой-либо глиссер. Но, как оказалось, вот получается. Я считаю, для одного человека эта лодка просто идеальная. Особенно, когда вес этого человека не такой, как у меня, а все-таки поменьше.